Друзья, всем привет! И у нас такая неожиданная встреча с Ильей. Вау! Илюш, привет еще раз. Ну, подскажи, пожалуйста, нам предстоит матч с Казанским Рубином. Что ты ждешь от этой встречи? Сумеет ли Валерий Георгиевич подобрать ключи, чтобы выключить из игры Квичу Кварцхелия, или все-таки нет? Слушай, ну, с учетом того, какой шикарный гол он забил вот в последнем матче и перед этим за сборную, удержать этого парня уже очень сложно. Он может лупануть, мне кажется, с абсолютно любой дистанции и сделать это максимально красиво. Я думаю, что с ним обязательно будет кто-то рядышком. Приятно будет отметить нашу победу вместе с тобой уже вот в следующей съемке. Я не знаю, каким будет этот результат, но искренне верю, что ребята еще сильнее сыграются, восстановятся. Все те, кто восстановились, приятно видеть, что уже и Кента Кашимота, и, хотел сказать, Севелин Попов, господи. И Паша Мамаев вышли и показали, ну пусть не лучше свою игру, но уже все-таки набирают форму. Нас все больше и больше, поэтому я верю в победу. Я думаю, что мы увидим гол Акита Кента Хашимота. Кстати, предыдущая ставочка, если вы смотрели предыдущее видео, моя сработала, тут больше трех. Да-да-да. В этом поединке я не скажу, что в нас ждет обилие голов. Оно может как прорывать, но мне кажется, игра более идти будет до гола, и та команда, которая забьет, больше закроется. Смотря последний матч с Рубином, как раз таки Леонид Слуцкий свою команду осаживал, чтобы она там строго не выходим. То есть прям слышно было подсказки Леонида Викторовича. Поэтому игра будет тренерская. И вот посмотрим, какой же тренер на данный момент сильнее. Потому что очень много журналистов, экспертов отмечают тренеров и Валерия Георгиевича, и Леонида Слуцкого как один из самых сильных тренеров нашего чемпионата. Вот и посмотрим, кто сильнее. Я бы хотел добавить, что если, опять же, вот все, что мы говорим, это при условии того, что не будет каких-нибудь красных карточек, заработанных пенальти. Ну и я очень надеюсь, что за эти 6 дней между Спартаком и Рубином Валерий Георгиевич вместе со своим тренерским штабом будет ставить игру в защите при угловых. Ну а что ты думаешь, какой будет счет в матче? Пиши в комментариях, очень интересно почитать, чтобы потом полайкать всем тем, кто угадает правильный итог поединка. А если у тебя есть идея, свой прогноз, ты можешь записать видео и отправить нашим каналам. Мы обязательно тебя вставим в своем ролике. И если твой прогноз окажется точным, мы придумаем какой-нибудь приз. Но это не точно. Лучший приз – это респект и вот самоуважение самому себе. Скажите, какая это стоянка? Фанаты подходили, автографы брали. Да, они знают, что мы здесь собираемся, записываем прогнозы. Желто-синий самый сильный. Эй, всем пока. Пока.